Я себя так тупо потом. Здравия, други! Сегодня хочу рассказать вам о трех способах, как добыть, способах, как добыть огонь от солнца. Мы уже это все показывали, но, как говорится, повторение и мать учения. Сегодня как раз погода ясная, солнышко светит уже хорошо и жарко, и поэтому сами боги велели добыть огонь от солнца. Вот. Первым делом, что нам нужно сделать, это подготовить гнездо и, собственно, саму растопку, то, что, на чем мы поймаем огонь. Я взял головешку из костра. Можно найти сухую траву там, в небольшом количестве. Ну, то есть то, что займется, то, что начнет тлеть. Лучше всего подойдет головешка от костра. Единственное, она обычно головешки сырые, нужно выбрать сухую. Все, что нужно для того, чтобы получить огонь от солнца, это сфокусировать солнечный свет в одну точку. Самый очевидный вариант, это, конечно же, линза. Обычная лупа из магазина. Дальше. Мы просто берем и ловим солнечный свет, наводим на розжиг на наш. Сводим это все дело в точку и можем видеть, что головешка сразу начинает дымиться. Главное, чтобы руки не тряслись в этот момент. С головешкой только один нюанс. Она уже горит, а мы еще не видим, что она загорела. Дальше помещаем головешку в гнездо, заранее приготовленное, и раздуваем линзу. Следующий вариант. Есть у меня вот такая штука. Это зеркало, китайская солнечная зажигалка с AliExpress. Вот. У нее принцип точно такой же, она отражает солнце, сводит в одну точку, и за счет этого точки возникает, поднимается температура, и то, что мы туда поместим, в эту точку, оно загорится. Впуклая поверхность зеркальная отражает солнечный свет. Можно точно так же использовать, например, ну, в теории, опять же, можно использовать пивную банку, донышко от пивной банки, отполировать ее и точно так же, то есть фокусировать на труте солнце. Направляем на солнце, сводим солнечный свет, ловим точку на угольке, хрен ли ты так поймаешь. Видите, дым пошел сразу. Ничего не вижу, ослеп. То есть точку сводим в точку, солнечный свет в точку на труте, и он сразу же начинает тлеть. Потом просто этот трут помещаем в гнездо, точно так же раздуваем. Наверное, не видно дым-то на камере. Видно, там нет уголек-то, огонек. Наверное, видно, но наверное, он там видно. Он там есть по-любому. Да. Мы же не будем подписчиков обманывать, как попало. И, наконец, третий вариант, оригинальный, при помощи фонарика. Когда выбираете себе фонарик, имеет смысл обратить внимание, чтобы у него был отражатель, одна лампочка и конусный отражатель. У нашего фонарика, правда, мне пришлось его немножко подразобрать. Здесь была прикручена лампочка сама. Я лампочку открутил, и остался один отражатель небольшой вот такой у нас. Вот. С этим еще все проще. Уголек нужно поместить. С обратной стороны мы его подсовываем. В отражателе точно так же фокусируем на угольке солнечный свет. Можно видеть, что он в точку собирается в определенном месте.
Единственная сложность, что у маленького отражателя от фонарика маленькое отверстие, что-то толстое туда засунуть сложно. Поэтому здесь нужно регулировать, может быть, глубину погружения для того, чтобы солнце поймать. Сводим это все дело в точку. Солнечный свет. А он у нас почему-то сводиться не хочет. Попался. Немножко ждем, когда начнет затлеет у нас труд. Чем меньше точка, чем лучше вы сконцентрируете солнечный свет в одном месте, тем быстрее, больше будет температура и быстрее труд займется. Вот он, видите, уголек. Наверное, тоже ничего не видно, чтобы было видно. Ну и дальше сейчас пойдем к гнезду. Где-то у меня был трут из трутовика. Он хорошо дымится, сразу начинает, поэтому его будет хорошо видно. И от него я потом разожгу, уже гнездо раздую, чтобы было наглядно, чтобы огонь-то все-таки был добыт. Чтобы не было разговоров, чтобы показал какую-то фигню, на которой даже не видно было уголька. А сказал, что я добыл огонь, а сам огонь не добыл. Сводим в одну точку и видим, что сразу же начинает дымить. Надеюсь, что на видео видно будет, что дым сразу пошел. Трутовик занялся. Буквально пара секунд. Сейчас его нужно поместить в приготовленное, заранее приготовленное гнездо из сухой травы и раздуть. Итак, для гнезда я использовал сухие листья. Иван-чай, сейчас траву сухую найти сложно, потому что она под снегом. Импровизированное гнездо из туалетной бумаги и сухих листьев иван-чая. Помещаем горящий трут в гнездо. И начинаем раздувать. И получаем огонь. Вот таким образом. Все это нужно. Гнездо готовится заранее. Для гнезда используются сухие листья, трава, пух лесных растений для того, чтобы повысить температуру горения. И раздувать нужно непосредственно возле приготовленного заранее костровища. То есть мелкие дрова сложены, раздули, положили. И все полыхает. Вот такая вот прикладная пиромания на сегодня. Дальше будут еще у меня запланированы эксперименты с солнечной энергией. А пока на этом все. Всем спасибо. До свидания. Забыл сказать по поводу китайской солнечной зажигалки, которая повторяет, собственно говоря, форму банки, например, пивной. И в теории в интернетах полно статей о том, как можно легко отполировать донышко пивной банки. В принципе, это можно, если, может, кто-то пробовал, уже знает, как это делается. На практике это довольно сложный процесс. Проще найти выпуклую какую-то банку там уже с блестящей зеркальной поверхностью. Вот. Ну, можно, конечно, и пивную банку отполировать, но это долгий муторный процесс. А в лесных условиях я вообще с трудом представляю, как это сделать. Рекомендуют листиками намазать ее шоколадом и сухой травой листиками полировать. Я как-то пробовал, но шоколад быстро сожрался и ничего у меня не отполировалось в итоге. Вот так.